Всем привет! Мы всегда на канале «Семья на чемоданах». Мы, естественно, в полном составе. В этом выпуске мы попадем на куда? На Carnaval Magic. Прекрасное шоу, новое, красивое, интересное. Все, кто ходит, говорят, что это прям для детей вау-вау эффект. Его типа точно стоит тоже посетить, поэтому да, точно мы его посетим. И посмотрим, как все это дело. Забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, потому что это очень важно для развития нашего канала. Всем спасибо. Все, погнали. Мы немножечко пришли пораньше, потому что если перейти вот под начало, посмотрите, здесь сколько рядов для очереди, и можно попасть в трындец, поэтому мы заранее. Сейчас разберемся с билетами и в путь. Здесь даже по-русски написано «Карнавальная магия». Все, всех приглашаем, билеты на руках. Пойдемте, нас просто зовут. Welcome. Мы просто попадаем в какую-то нереальную сразу красоту. Вот люди, видите, потихоньку начинают приходить, и плавно начинаться будет сейчас представление. Но не сейчас еще. Но не сейчас. Через 3 часа. Вот это да. Но, по крайней мере, уже, видимо, заходить можно. Welcome. Да, здесь столько вот цветов. Прям глаз радуется. Так, отдаем билетики. Нам тут вот помогает. Держи. О, держи. И мне. Здесь, кстати, вот написано вообще все на русском языке. Есть дубляж. Поэтому, ребятки, ну, позже скажем свой вердикт, но я уверен, что на такую красоту нужно обязательно приехать. Аналогов нет. 9 рекордов Гиннесса вот эта штуковина взяла, представляете? 9! Я в шоке. Так, тут отсканировать код надо. Ага. Теперь моя очередь, здесь сканируем QR-код, я в камере, оп. Нас здесь досмотрели, пропикали, чтобы ничего не было запрещенного. И вот здесь вот, смотрите, все 9 рекордов, все 9 сертификатов от рекорда книги Гиннесса. Смотрите, погнали, самые светодиодные фары на фургоне в мире. Это блин, это наша тема. Далее, самое большое количество огней в мире в световом и звуковом шоу. Следующая, самая большая в мире светодиодная скульптура, которую мы сейчас увидим. Я аж мурашки уже. Да. Carnaval Magic был включен в список величайших мест мира журнала Time за 2023 год. Вы только вдумайтесь, где мы сейчас находимся. Самая большая машина в мире для попкорна. Артемка, такую вы еще не видели. Следующее. О, Мирошка, смотрите, как радуется. Самая большая в мире скульптура из папье-маше. Вот это да. Самая большая в мире светодиодная конструкция. Самая большая в мире уличная люстра. Оу, это люстра, прикиньте, вот такая. Самый длинный в мире парадный поплавок. Не знаю, что это такое, но думаю, кто-то из вас догадался. А это самый высокий театр просцениум в мире. В общем, ребятки, 9 рекордов Гиннесса. Ты показываешь на меня. Да. Я вообще, 10-й рекорд Гиннесса. Я мечтала сюда попасть и привезти сюда детей, потому что это новое, и это масштабно, это интересно. Мы такого никогда нигде не видели вообще, ни в Москве, офигеть, нигде. Потому что супер-супер шоу. Здесь сразу карта. И куда мы попадаем, я просто уже правым глазом вижу. Здесь можно взять буклетик, карту. У нас, по-моему, есть, да? И вот как, что здесь все расположено. Где это вы? Где? Смотрите, Родион! Артем, Мироша! А где ты, Тёма? Вот Артем! А где мы? Здесь, короче, подставляет лицо. А, прикольно. Так, ну что, попадаем дальше. Посмотрите только, куда мы попадаем. Бум! Добро пожаловать вовнутрь. Здесь огромная территория, как я уже говорил. Смотрите, какая красота. Здесь просто на каждом углу, естественно. Вау! А, нифига, эмоции у Мироши. Круто. Себе, пойдешь ножками? Пойдешь? Давай. Давай, беги, смотри. Ой, Мироша, вообще просто все. Вот это да. Мы сейчас попали в игровую зону.
где можно развлечься до мероприятия, различные всякие аттракционы. Здесь было целое веселье. И все это, конечно, сделано в очень интересных, ярких тонах. Здесь всем детям по билетам дают какие-то подарки. Сейчас посмотрим, что же дадут. Да, подходи. Тебе сейчас тоже дадут подарок. Смотри, Мироши. Так, на билетах ставят печати. О, так, Мирош, подожди. Вау, Мирош. Здесь на автоматах получается вот такая картинка. Прикладываешь вот эту, и у тебя начинает работать автомат. Давай еще раз прикладывай. Запускаются шары. Тут запускаются звери. Мироша, прикладывай. Да-да-да, вот этой. Вот этой. Во! Очень прикольные мусорки стоят. Давай, выкидывай мусор. Вот это тут красота. Вот та самая корзина с попкорном, посмотрите. Огромная. Вон откуда запахи все доносятся. Я реально не понимаю, как отключить камеру. Билеты вообще можно купить, значит, без буфета, а можно с буфетом. У нас билеты с буфетом. Вот буфет, ресторан. Гляньте, как все красиво, красиво. А, я не могу. Потрясающе. Вот это они сделали, конечно, да. Сейчас мы зайдем, походу, в очень красивую локацию. Посмотрите, просто все розовенькое. Елочки розовенькие. Здесь можно было Новый год отмечать. И Настенка сумочки с такой. Самое, что клевое, смотрите, здесь вот на английском, на тайском, на китайском. И вот, пожалуйста, на русском. Пожалуйста. Не позднее 30 минут до закрытия, обязательно вот. Успеть. Нужно, можно покушать. Один раз используем, потому что зайдем, надо покушать. Вы хотите? Да. Артем сейчас говорит, это самый огромный ресторан, который я когда-либо видел. Ну, смотрите сами. Мы тут с Мирошкой идем, вот так вот голову поднимаем. Посмотрите, что творится. Это просто что-то нереальное. Савадика! Савадика! Здесь есть напитки, салаты, патай-салат, вся тайская, все тайская, вся тайская кухня. Очень удобно, что вот есть, пожалуйста, на русском перевод, например, карнавальный патай. Детям настолько здесь так здорово, что они просто разбегаются по сторонам, что мы даже не понимаем, что где и как. Здесь вот, пожалуйста, есть различные фрукты нарезанные. Десерты всякие разные, как будто вот оказался в Турции, в отеле все включено. Всякие, смотрите, какие вкусности есть, красивый хлебушек. Вот салатика, морковочка, помидорчики. Суп, пожалуйста, есть суп. Том Кхай, суп с курицей и кокосом. Вот, пацаны, что пацанам что нужно. Грибной суп-крем. Понятное дело, безлимитные напиточки всякие разные. Вот детский буфет. Здесь все, видите, все пониже. Есть рис, есть грибной крем-суп, хлебушек. Дальше что здесь есть? Кукуруза в початках. Вот как это выглядит, например. Вот, пожалуйста. Здесь у нас мак-чин-чиз, что-то непонятное. Рыбный палец. Вот рыбка есть, ребяточки, смотрите. Без костей жареный цыпленок. Нам принесли вот такие коктейльчики, значит, Настеночка, держи. Не знаю, что это. Так, это мне давай за прекрасный вечер. Вкусно? Прикольная штука.
Все, значит, разбрелись в поисках еды. А мы с Мирошкой почти кушаем, но я вон коктейльчик какой-то попиваю. Так, парни себе что-то набрали уже. Если не хочу, не хочу. Не знаю, кто вот это нам поставил, как оно появилось. Может, дети притащили? Но смотрится прикольно, видите? Соус сюда прикрепляется. Соус? Да, вот. Макай. Только я не знаю, может он острый, попробуй сначала. Настенка набрала различное мясо. Здесь и утка, и свинина, и что-то непонятное. Пока есть салат. Там и говядина есть. Самое что интересное, если, например, хотите выпить, то здесь и алкоголь бесплатно наливают. Ну не бесплатно, это в билет включено. Ну, в билет включено, да. Но здесь круто, я вам скажу. Сейчас кушаем кокоса. Да? Кокосовый цветочек? Да, кокосовый. Ну-ка. Нормально откуси. Не, я хочу. Это было странно. Это опять мыло. Россия 19:15. Спасибо. Прикиньте. Не только все переведено на русский язык, еще и озвучивают на русском языке. Очень здорово, что мы пришли пораньше, потому что мы не спеша вот сейчас поели. Сейчас через 15 минут начинается одно представление, потом другое представление. Вот. И никакой спешки, поэтому, ребятки, сюда приезжайте, когда? Приезжайте заблаговременно, вот прям к открытию. И тогда все успеете. Поели, с этой довольны, отправляемся дальше изучать эту невероятную красоту. Даже туалет, посмотрите, какое безумие просто. Это туалет, нифига себе. Представляете, пока мы кушали? Уже стемнело, пошел мелкий дождик, это мы с Витей на улицу перешли. Надеюсь, мама не испортит. Ой, какая красота. Маша, привет. Как я люблю говорить, вечернее время, своя атмосфера, и здесь она невероятная просто. Прямо сейчас начнется карнавал красок, буквально через пару минут. Сейчас карнавал красок будет. Здесь? Да, прямо сейчас здесь. И мы будем стоять, у нас все зали здесь стоять. Начинается. Сейчас на съемку разрывет. Аж до слез, такая красота. Посмотрите, кто к нам едет. Вот это карнавал. Thank you.
пацаны, Тёма! Здесь говорят, что нужно обязательно вот туалеты смотреть, потому что они здесь какие-то невероятные. Это женский туалет, а это мужской. Посмотрите, как здесь. О, это туалет. Нифига себе. Это кабинки. Иди в кабинку, заходи. Заходи в кабинку. Офигеть. Мы заходим в кабинку. Смотрите, как сделано. А это дополнительная кабинка, здесь маленький туалет и робот стоит. Каждая кабинка — это какое-то особое искусство. Я никогда столько видео не записывал в туалете. Но это действительно что-то нереальное. Не знаю, как у мальчиков, но у девочек комната туалетная — это вообще какая-то прям сказка. Также на территории есть контактный зоопарк. Здесь кто-то еще живет. Давай. Ой, это кто-то маленький. Это феник какой-то. Лиса, феник Фокс. Какие-то кошечки. Вон, смотри, собачка какая. О, эти господи, какие маленькие. Это шпицы, нет, нельзя, Артём. Сейчас здесь будет шоу. Ой. Ой, смотри, Мироша, еще. Шоу морских свинок каких-то. Не попал. Давай. Еще. Опа. Теперь Родион. Давай. Тут нужно было попасть три раза, мы попали только каждый по два, и никто не выиграл. Мироша так сильно любит поезд, это его самое... Мироша, давай в кабину, Мироша, Мироша, Мироша. Иди в кабину к пацанам. Детей усадили в кабину. Мирошка, ты готов? Да. Давай, поехали. А мы как пассажиры, нас везут дети. Алло, поехали. Ничего себе, он тронулся. Дальше мы попадаем в крокодиловый ривер рейс. Здесь можно погонять на крокодилов. Обязательно нужно одеть шлем. Вот здесь все помогает. Посмотрите, как здорово. И вот так вот по кругу катаемся. Этот пацан творит чудеса. Он сам газуй. Давай, 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 газуй. Представляете? Давай, 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 газуй. У Мирошки столько эмоций, что он это сделал все сам. О, так, еще какой-то аттракцион. Можно выиграть приз. Аттракцион «Курица несет яйца» и нужно ловить. Как неожиданно это делает, что невозможно даже поймать.
Ставь, ставь, оставляй. Давай треть, бери нож, дай. Вставляй. У Родиона получилось проткнуть змею, и он выбирает игрушку. Давай. Нельзя, нельзя, нельзя. Чуть-чуть, Мироша, чуть-чуть, чуть-чуть. Не торопись, давай. Давай, сынок. Мы уже идем сейчас на представление. Сейчас нам скоро нужно будет сдать вообще полностью телефон и камеры. Снимать не будем. Поэтому чуть позже уже просто расскажем о своих эмоциях. Я еще никогда в жизни не расставался с камерой. Это будет один из немногих моментов, когда я просто смогу насладиться каким-то процессом, вообще ничего не снимая. Это супер. Окей. Вот так вот это выглядит, видите? Вот, нужно обязательно все сдаешь. И здесь, значит, на ланч можно взять водичку, хавтика. Вот, смотрите, берем колючек. Угу. И по-настоящему. И все складываем. Телефончики, ребяточки. Оставляем камеру. Отдай ему. Опа. И ложим вас тоже туда. Подождите нас немножко. Настенка, давай скорее свои первые эмоции, как тебе? Я просто сидела на слезах, я плакала от эмоций, от того, что я видела. Это вообще что-то невероятное, это очень красиво. И мне Родион говорит: мам, почему ты плачешь? Я говорю: это просто настолько красиво, что невозможно сдержать свои эмоции. Дети, вам как? А теперь я как мужчина скажу, ничего лучшего в жизни я не видел. Это точно стоит посетить, это то, ради чего стоит приехать на Пхукет. Это прям вот 100%. Тёма, ты что скажешь? Даже ничего говорить не буду, просто лайк. Родик. Масштаб, который они сделали, это... Именно поэтому они взяли 9 рекордов Гиннесса. Это вот серьезно, ты вроде так слышишь. 9 рекордов Гиннесса, а что это такое? Это действительно так. Ничего масштабнее не видели. Вот ничего, ничего красочней. Это... Мирошка. Это просто... Мирошка смотрел вот так. Да, да. Каждый слайд вот этой вот штуки, это было невероятно. Мы нас видели крокодила. Гигантские крокодилы, все, чтобы вы понимали, вот есть воздушный шарик, а есть воздушный шар. Вот это примерно то же самое. Это невероятно. Если вы на Пхукете, то обязательно посетите и подарите себе праздник без причины. Реально, ощущение праздника невероятное. На ровном месте. Праздник на ровном месте. Вы просто едете. Вот. Я бы сказал бы как-нибудь жестче. В таких ситуациях нужно говорить маты, потому что они четко вписываются. Но так как у нас аудитория с детьми, поэтому я сдерживаюсь. Но это отвал башки. Если прикоснуться сюда, то с воздушного шара падают маленькие шарики. Дети залипли. Самый огромный попкорн. Как же остаться без попкорна? Да он насыпает попкорн с этого огромного автомата. Все снимают, потому что такого вы нигде не увидите, только здесь. Если брать такую большую тару попкорна, 1500 бат стоит. XL 350 и маленькая 200 бат. В общем, смотрите, какая у нас огромная штука попкорна. Посмотрите, какой масштаб. Их невероятный вообще. Мирошка счастлив. Посмотрите, в какую красоту мы попадаем. Слышите эмоции наших детей? Они просто в шоке. А вот он, огромный павлин. Смотрите, что здесь происходит. А здесь такое шоу, сейчас покажу.
Мы спустились пониже, и отсюда открывается просто удивительный масштаб. Смотрите, что происходит. Это невероятно, ребята. Здесь нужно побывать каждому. Вы точно не видели ничего лучше, потому что здесь рекорд Гиннесса. Ай-яй-яй. Так, мы грузимся вот в такую вот тачку, такой тук-тук-лимузин назовем, и отправляемся куда-то. Мы трогаемся. Блин, ребятки, вот это да. Вот прям это самая лучшая моя рекомендация, что вы должны оказаться здесь. Настенка подтверждает. Посмотрите, куда мы попали. Это невероятная красота, ребятки. Что здесь происходит? Сколько здесь цветов. Звездное небо. Посмотрите, какие декорации. Вот это масштаб. Что они сотворили? Вот это да! Я вот повторюсь еще раз, ничего лучше, ничего масштабнее мы не видели никогда. Посмотрите, какая здесь красота. Ребятки, мы сделали здесь такие классные фотографии. Здесь просто нереальная красота. И все фотографии сможете посмотреть у нас правильно в телеграм-канале. Так что обязательно подписывайтесь. Декорации потрясающие. Оооо, нифига куда попадаем. Собственно, чтобы вы понимали, здесь после этого всего представления можно гулять и гулять по всем этим декорациям, бесконечно просто фотографироваться, снимать видосики. Чистите предварительно свои телефоны, потому что у вас они будут просто забиты максимально. Либо вот взять тачку под мы и уже беречь силы, так как все это дело заканчивается поздно. Я не могу, я не понимаю, как вообще сделать так, что просто не снимать, ребята, это невероятно.
глаз просто в шоке от того, что вообще происходит сейчас перед нашими глазами, ребята. Это такие масштабы. Честное слово, когда я читал про эти рекорды, я вообще не мог понять вообще, что за рекорды, почему им дали рекорды Гиннесса и так далее. Теперь я все понимаю, потому что это невероятно. Ребяточки, на этом прекрасном месте. Как вам, парни? Очень классно, такие впечатления, аж до слез я чуть не заплакал. Будем прощаться. Ну, до нового выпуска. Будем завершать на таком прекрасном месте. Мы завершаем свой выпуск. И наша большая рекомендация, посетить это место хотите? Это обязательно.